Всем привет! Я сейчас купаю своего розового красавчика. Посмотрите, какие у него корняки. Все думаю пересадить, но как только думаю, все, начинаю пересаживать, он начинает выпускать либо со старой стрелы, либо с новой очередной цветонос. Сейчас мы растим листик. В то же время посмотрите, какая у нас красивая кисточка. Цветы крупные, очень блестящие, замечательные. И он действительно очень любитель подцвести. Практически никогда не бывает без цветов. Летнее у него цветение вот такое более насыщенное. Даже, скажем, немножко такие проступают полосочки. Зимнее цветение он может быть даже иногда практически белый. У этого фаленопсиса есть такой немножко приятный аромат. Не сильный. Он у меня стоит на верхней полке. Вот, посмотрите, какие цветочки. И я постоянно, честно говоря, забываю про него, когда снимаю. И не снимаю его крупным планом. Чем мне нравится еще этот сорт? Сейчас я его поверну и покажу вам. У него серебристый лист. Не знаю, видно или нет, но он такой как немножко посеребренный. Очень красивый. Цветоносы я у него не обрезаю, потому что он, я же говорю, любитель всегда подцвести. Корней у него много, чувствует он себя хорошо. Вот, видите листик? Этот листик просто засыхает уже от старости, он просто старый. Еще немножко, и потом я его удалю. Сейчас еще раз покажу вам его же замечательную кисточку. Жалко, сложно передать этот блеск. Он действительно очень блестящий и очень красивый. Вот такое чудо. Здравствуйте, мои дорогие! Хотела показать вам свои вандочки. Две из них я уже показывала. Вот еще одна вандочка. Посмотрите, какие уже бутончики. Эта вандочка цвела у меня зимой. Такая вот красота. Как маленькие дятлики и какие-то птички. Вот ожидаю сейчас еще одного цветения. Гонит листик и разветвляет свои корешочки. Вот это новые корешочки за этот год верхние, которые наросли. Вот там еще лезет корешочек. Буду держать вас в курсе событий, как мы растем. Видите, какие хорошенькие.
Красавчики.